Вот утро раннее. Кошки выходят. А тут дикие голуби ждут свой обед. Это мой скворечник. Тут я нахожусь. Здесь рядом лагеря комплекса, разные сооружения. Это музей комплекса, теперь лагерь стана было. Надежда Васильевна тут обитает. Вот наши уехали за горохом. Вчера мы набрали. Сергей приехал, сегодня должен привезти утром. Вон они уже едут. Давайте, давайте, проезжайте. Дверь открыта. Грязь оказалась. Картошку приехали копать, и накануне дождь. Засушило все. Такая погода стояла. А тут раз, и дождик. Все к месту. Давайте, дверь открывайте, зацепите ее за крючок. Сюда, они наверное? Не знают. Вот сюда. Только сюда, потому что туда, влево. Что, поближе подъехать? Ну, давай поближе. Володя, там же есть вон крючок, он зацепи за дверь. Ага. Я пружину убрал. Не портите. Давай. Пятница назад. Хорош. Молодцы, ребята, к завтраку поспели. Что, все забрали? Да. Ну, хорошо. Палатки мокрые, вон там. А вот туда, положи на дрова, развесим их. Положи на дрова тут. Так, иди развешай их широко на козла. На один, на другой козлик. Так, вдвоем только берите. По одному не таскать. Туда, Володя, ставь один на один, а потом еще на них. Вот так. Тут уже убрали мы. Отсюда будем выносить. Ветер будет. Провеем. Держи. Второй мешок. По три ведра. Полный. Ведра 13,5 литров. Объем. 9 мешков. Ну, ответится. Допустим, останется... Пусть 8. Ну, 13,40 почти килограмм. 3 ведра. Нет, на килограмм не будет. Она... Только глазами помогай. Болит тебя, да? Маленький проход оставьте там. Остальное мешки на мешки кладите. Мы начнем их провеивать, они быстро провеются. Видишь, как тут у нас в швейных машинах одна работает, и машинок раз, два, три, тут что-то мало видно, 4, 5, 6, 7.
Ни за что не зацепитесь, не порвите, пожалуйста. В некоторые по 4 ведра. 2, кажется, мешка. Вот сюда положи. Так, поскорее с дороги. Нормально, все хорошо. Так. На тот мешок на дальней около машинки положи, чтобы он не опрокинулся. Наклони туда его. Он не завязанный. Вот так. По-хозяйски. Так, быстренько с дороги. По 4. Так, а нельзя это кверху-то? Ладно, пускай. Или же проход был. Сейчас сверху положу. Нам разницы нет. Вчера дождик прихватил. Володя успел съездить, привезти две палатки и целлофан. Так, вот с дороги. Так, пожалуйста, себе, с дороги. Закрой дверь. Нет, да. Ногу достань. Треногу достань. Сверху кладите на мешки. Так, все? Все, спрашиваю? Все, машину чуть-чуть. Да можешь чуть-чуть отодвинь за стол. С горохом куда ты делал? Так. Что у вас тут на кухне-то? Толкушка. Колотить не надо, надо с чем-то соскабливать. А что колотить-то? Куда она денется-то? Тут... Учись сразу правильно делать. А смотри, когда я в руки нож. И колотить никогда не надо, особенно бедра. Край загибается, ведро пропало. Это стоит молча, все делает. После себя какое потомство-то оставите? Чем помочь в России? Ты одно движение сделай, а дальше, говори, делайте сами. Так. Так. Скажи, что хочешь делать дальше, чтобы она сама могла сделать, что вот тут варится. Чтобы не... А в русской пище, сейчас я могу показать даже, там искарики сушатся. Вот тут Володя разогревает. Так, пошли. Отдельно голову варят. Вот приехали роботы без одного. Ждали четверых, приехали трое. Задержать можно просчитать. Это Надежда Васильевна все пишет. Семь часов 15 минут. Так. Ты переворачивай, отнеси сторонку и переворачивай тогда по крышку-то. Даже не слышит. Зачем над кастрюлей переворачиваешь? От привычки. Что весь мусор, все, что есть на крышке, упало в
кастрюлю. Притом, сколько приезжает женщины, все до едино одинаково делают. То есть видно, что сами не развитые и мужья глупые. Не стараются жену сделать умной. Хватит, а? Понимаете, вы никого не стыдите. Знаешь, что будет показано где-то, и всегда недовольство сразу брызжет буквально. И да, ни над собой не руководите, чтоб тебя не узнали, о чем ты думаешь, где только молились, а ничего нету. Дребедень одна, как говорят, брехуны. Смотри, не промахнись на клеенку. Острием ножа, носок, не наклоняй так низко, чтобы не резать доску. Вот так. Во. А когда так на нож наклоненный, вы режете клеенки, все в дребезги. Все, что делаешь, делаешь с радостным лицом для Бога, делаешь для Христа. Сделали замечание, сразу начинаю обдумывать, а почему, что я не так. А никаких, сразу, раз, все рога вырастают. Платки, два платка и рога из-под них. Рвут платки буквально. Вам не хватает, сегодня она написала, у меня парня нет. У нее парня нет. Горячая, ставьте там, возьмите бумажки, вон, подставьте, клеенка же у вас портится. Ну, стоите, видите, нарезанная бумага специально. А эти ставят, они никогда не думают об этом. Так, будем молиться. Идет запись. Чашка уже со стола смели ее. А где она была? Я специально ее поставил. Сейчас пошел, там нет. Уверен, что здесь. Еще подобное уже спрятали. Вот не люблю я, когда не спрашивают. А... Взрослым. По 5 раскладывайте. Большая чашка с икрой. Сейчас. Давайте возьмите. Я возьму. Зачем же трогать? Когда я попросил, уже достали. Вот это наклоняет, вот это наклонно. Никогда не делаю. Всегда делаю ровно экран. Ваня был бы сейчас здесь, ему помешало для здоровья? А? Нет. Не помешало. Он дома один сейчас с соплями давится. А что? Простыл сопли. От меня передайте Ване. В течение года сам себя положи в пятимью. 17-летний юноша. Бросил всех и сидит дома. Вообще, даже у меня не хватает воображения, хотя я этим не страдаю. В течение года постарайтесь, чтобы ни одной картофелины в рот не попало. Ты ее не брал, ты болей. Соплями закусывай. Вы там сверху сами поднос поставили? Да. Сами же поднос поставили? Да, нашел. Хорошо, поставь пока. Поставил и не мог найти. Так. Возьми-ка. Володя, бегай. Будем молиться. Там не прячься. Голуби. Да, разогрел уже. Позвони, Володя. Бегай сюда. Может, кто-то там на поводе есть. Всех звать на обед. По мусульманскому обычаю. Заколол барашка, пасет один. Пока колол, еще один подошел. У них нельзя отказывать. И пока варилось, говорит, в конце где-то 45 человек уже сидело. Ночью едут огонек. Все здесь. Чего им досталось от этого ягненка-то? Любовь. О. Вот нам надо учиться везде и всюду. Рыжая на звонок пришла. Рекей, наверное. Если рекей, то оторви. Да ты ее задержи, а потом оторви. Вон туда.
наша, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Я только сказал, становись вперед, чтобы так ставили. Брат, рукава. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови за молитвы Пречистой Тебе Матери и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, освяти дары Твои словом истины и молитвы. Аллилуйя. Сегодня мы можем молостное все есть. Это у нас стол мужской, это женский. Это все знают. Такой порядок. Садись. Этот порядок у грузин всегда было так. Отодвинуть маленько можно. Скамейку запасили здесь. Чуть-чуть, больше не надо. Зачем? Так. Сними, покажи, что у нас на столе. Там еще яблоки закрыты. Наши яблони остались. Это у нас бульончик. Это селедочка. И пряники. Карасинику. Суп с рисом с картошкой. Так, рыба не имеет отношения? Есть. Варили в ней, да? Нет. На голубином. Так, дальше. Помидоры с луком. Здесь 4 как компонента. Растительное масло и соль. Все отдельно. Ничего больше не надо. Отдельно чеснок начищенный. Все свое. Рыба купленная какая-то. А отдельно где это? Селедка. Вот. Селедка. Это. Я это вижу. А где наша караси? Ну где? Там где-то стоят они. Там где-то. Ну как бегать, достать? Скажи ему, где они. На, подержи. Почему ты не поставили? Теперь посмотрим, еще там есть. Это самое. А это вот, а карася насушенная. Карасиный жир. Икра. И молоки. Ничего больше здесь нету. Желчь выброшена. Очень вкусно. Вот, берите. Ел сегодня? Пробовали? Нет, мы же. А ты где? Посмотрите, куда поставить. Некуда ставить. Некуда ставить. Ну вон на краешку. Вот. У меня еще есть позавчерашний, холодный. Если надо, дам. Холодный я даже. Дам. Это короче без голов. Почищенная. Все удивляются, а как икра? На икре столько разных паразитов. Я говорю, паразиты у человека в голове. Нет еще, они чистые караси. А потом это все варится, кипит. Ну, то есть голодные, и выдумывают, и больные. Во всем видят болезнь, заразу. Пробуй. Кушаем. Я с ним возьму. Все, поедем. Кушаем, возьмем. Рыбки надо. Возьмите. Нет, свои ложки. Они не покушали. И то она. Тебе не надо, да? Перепечка выше. Чай чем заваренный? Это компот. Свои ложки. Володя, чай чем заваренный? Это компот, компот. Компот с сахаром. Все, выключаю. Простокваша. Нет, еще нет. Все это деревенское, чистое. Все. Положи туда. Садись.